Очень много вопросов задают телезрители по электричеству. Главное касается изменившихся правил подачи показаний счетчика. Теперь мы сами отчитываемся перед энергосбытом. Так вот, красноярцы жалуются. Отчитываются каждый месяц в положенный срок, а в квитках откуда-то появились долги. У кого-то 20, а у кого-то и 800 рублей. Откуда, возмущаются люди? В энергосбыте говорят, это давние долги конкретного потребителя, например, за свет в подъезде, на который он долго не обращал внимания, а они копятся. И дают такой совет. Если видите долг в квитанции, плюсуйте его к той сумме, что набежала за месяц за свет в вашей квартире. Тогда и гигантских задолженностей у вас не будет.